Это ваши личные воздушные замки. Правьте ими мудро. С любовью, Марми. К 150-летию романа «Маленькие женщины». Я Эми Марч. Я Маргарет Марч. Я Элизабет Марч. Я Джо Марч. Новый взгляд. Буду успешной писательницей и буду делать все, что хочу. Буду богатой, известной художницей. Ты не знаешь, каково это, когда все смеются над твоим носом. Заведу собственную семью. Я хочу друзей, ходить на вечеринки и ни о чем болтать с парнями. Это и есть мой замок. Здесь вместе со всеми вами. На вечную историю. Так ты и есть тот самый внук Лоренсов? Ларри. Предлагаю включить нового члена в наш клуб. Любому клубу нужна секретная почта. Добро пожаловать в Пиквикский клуб. Джо, ты хорошо пишешь, но ты гораздо интереснее своих рассказов. Боюсь, вынужден отказать. От меня тоже отказ. И от меня, милая. У меня не тот уровень. Ты же лучше всех пишешь. Взрослее, мы сталкиваемся с переменами. Почему тебе так приспичило замуж? Потому что я его люблю. Такова уж взрослая жизнь. И непрестанно продолжаем учиться, расти и адаптироваться. Ну почему ты такая упрямая? Нет! И пусть нам не стать совершенными, мы становимся совершенно уникальными. Чем дольше отказываешься ее простить, тем дольше будешь страдать. У каждой из нас свой путь к замку. Как бы ни менялась жизнь... Чем это воняет? Джо! Важнее всего на свете наши внутренние достоинства. Ваше чувство юмора, доброта и сила духа. Вместе нам все по плечу. Лучше я потеряю все, что когда-либо написала, чем потеряю тебя. Папа! Мои маленькие женщины. Ты моя половинка. У Мэт есть Брук. У мамы папа. А у меня ты. Вместе взрослеть. Вместе смеяться. Вместе любить. Всегда помогать друг другу на пути к нашим замкам, где бы они ни оказались. Маленькие женщины. А по-моему, Клариса должна влюбиться в принца. Нет, никакой любви. Но любовь повсюду. 28 сентября.